На Кубани издавна существует традиция – после сбора урожая устраивать ярмарки. Сохранилась она и по сей день. В станице Северской, рядом с торговым центром «Гагарин», прошел ежегодный фестиваль «Кубань хлебосольная». Гостей и участников поприветствовали председатель муниципального совета Владимир Захарченко и заместитель главы района Ксения Леуцкая. Я от души хочу пожелать всем сельхозпроизводителям доброго здоровья, успехов и всего самого доброго. А нам, потребителям, кто пришел на ярмарку, маленьких цен и вкусной продукции. С праздником! Этот фестиваль уже стал нашей такой доброй традицией, когда мы по итогам сбора урожая встречаемся с вами на этой площадке. Наши товаропроизводители могут представить вам свой товар, свою продукцию. Вся продукция натуральная, вкусная, настоящая и произведена у нас на территории нашего родного Северского района. Ярмарка – это не только место для покупок и угощений, но и настоящий праздник души. Творческие коллективы района привнесли народный колорит и подарили зрителям отличное настроение. Свои товары представили производители Северского района, а также других муниципалитетов края. Ассортимент предложили действительно обширный. Колбасные изделия, сыры, соленья, рыба, мед и сладости, садовые растения и многое другое. Здесь же расположились мастера декоративно-прикладного творчества со своими работами. Жители любят такой формат торговли. Здесь можно приобрести качественную и вкусную продукцию местных производителей, которую не всегда можно найти на прилавках магазинов.